Внешнее независимое тестирование 2020 стартует уже в этот четверг. Начнут с математики. В этом году в связи с карантином экзамены переносили дважды. Но в Минобразовании все же решили проверить знания школьников, поскольку вступительная кампания не за горами. Даже в районах области, где усилен карантин, пункты будут работать в обычном режиме. Единственным условием для всех остается соблюдение всех противоэпидемических норм. Значит, все необходимые медицинские средства для соблюдения карантинных мер уже получены, распределены и есть на каждом пункте тестирования. Более того, вот последние два дня, значит, каждый пункт тестирования проверялся государственной службой контроля, которые, значит, зафиксировали, что у нас пункты тестирования готовы для проведения ЗНО, то есть необходимое количество масок, дезинфицирующих средств, защитных экранов, халатов для тех, кто будет встречать детей на входе. Формат экзамена и алгоритм действий во время тестов не изменится. Добавили только время, чтобы ученики успели пройти все нужные процедуры. Без 10:10 школьники начнут заходить в школу, а сам экзамен начнется в 11 часов. Вывешены алфавитные списки, находят себя в этом списке, находят номер аудитории, куда он должен прибыть, значит, и по указателям, там тоже будет дежурный, который будет помогать сориентироваться на месте, должен зайти в свою аудиторию, сесть на свое рабочее место, вот, оставить все лишние свои, скажем так, то, что он с собой принес, значит, там есть столик для личных вещей,